Только эти, остальные не надо. Да ладно вам, я их еле сюда дотащила. Не задерживайте. Чему этот пренебрежительный тон? Между прочим, вы и мои книги продаете. А вы у нас? Ли Исраэль. Ах да, ваши последние шедевры у нас вон там. В наше время книги Ли Исраэль никому и даром не нужны. За квартиру задолжала, а тут еще кот заболел. 4 часа дня и уже пьяная. Да ни в одном глазу. Крэгги, подлей-ка. Советую отправиться на поиски другого способа зарабатывать на жизнь. Я тут нашла одно восхитительное письмо. Фанни Брайс, одна из моих любимых. Могу дать 75. Я бы дала больше, будь письмо поинтереснее. Это немного пресное. Да, за это можно выручить намного больше. По скриптум бесподобен. Основано на реальных событиях. Совершенно случайно, без злого умысла, я совершила преступное деяние. Что в твоих деяниях может быть преступного? Кроме манеры одеваться, конечно. Я подделываю и продаю письма известных писателей. Обожаю его манеру письма. Очень остроумно, не правда ли? Точно в цель. Впечатляюще. Прекрасные письма. Полностью согласна. Назовите цену. Это мне квартиру за месяц оплатит. Чем займемся? Казино, магазины, бар. Мисс Исраэль, у меня пара вопросов о письме, что я у вас купил. Опа. В чем, собственно, проблема? Осенью. Теперь все на чеку. Ваше имя внесли в список. Какой список? Это шедевры, уникальная работа, моя работа! Ты выдаешь себя за других. Кому интересны письма Ли Исраэль? Свои лучшие произведения? Последнее время много подделок. А это настоящее? Похоже, да. Хорошо. Ты крадешь у меня? Перестань. Пошел вон! Я думала, меня ждет нечто большее. Она напишет, приступив закон. Скорее всего, вас ждет тюремный срок. Что? Мелисса Маккарти, Ричард Грант. Не могу сказать, что о чем-либо сожалею. Во многом это были лучшие годы моей жизни. Сможете ли вы меня простить?